Всем огромный привет! Мы находимся в Икее в отделе для ванной комнаты. Сегодня посмотрим тут кое-какие интересные новинки, и в конце будут шторки для ванной. Новинка – это халатики, серия ограничена, Tencord. Цена вопроса идет 2500. Халаты – натуральная ткань, хлопок и лен, 43 хлопка, 57 лина. Обхват груди 140, обхват талии 146 и общая длина 258. Машинная стирка 40 градусов. Выглядит это все вот так. Внутри белое, снаружи сине-белое. Немножечко, мне кажется, все-таки эта серия, она двоякая. С одной стороны, смотрится как тряпка, с другой стороны, ну, натуральная же. Вы еще пледики не видели, я не знаю, выложила я или не выложила видео с этой ограниченной серии, где все ткани все натуральные, цвета голубо-белые, сине-белые такие вот, и все исполнено в этом стиле. Так, это Элечка у нас, размер мы посмотрели на Эльку. Вот еще раз можно зафиксировать, кто не успел, если опять быстро убрала. Имеется поясок, широкие рукава и карманы. Наряду с новинкой имеется уже ставшая классика халат купальный, 800 рублей, бежевый. Следующий. Халат купальный, 2000. В белом исполнении, мягкая махровая ткань, он плотный. Плотный в другом цвете. Это тоже белый. Этот идет без капюшона, цена вопроса у нас 1800. Халат Рокон, тоже махровый. Другие цвета серый. Так, драгби синий. Вот такой синий мы все-таки приобрели, 800 рублей. Никаких нареканий, очень нравится. Все шито замечательно, ничего лишнего. Карманы, пояс, запахивается, длина. Все хорошо. И вот такой цвет, только бежевый. Кстати, еще новиночка из этой серии. Это вот такие сумочки. Идут два варианта. Тоже Tencord синие. Тут две штуки. Маленькая, как большая, поменьше. И вот в таком. Это джут идет, то есть разные материалы. Есть еще, кстати, из этой же серии большие сумки, шопперы, тоже также разделяются на хлопок и на джут. В общем, цвет более мне нравится синий-белый, такой красивый, интересный, морской, все-таки летом. А, вот не придерешься, как прошит замок, как все внутри, как вот все нитки. В общем, очень-очень рекомендую, присмотритесь. Но, кстати, это все Китай. Это, да, это... Только что смотрел, да, Made in China, все. Но, тем не менее, хочется верить, что это заводской Китай. И прослужит он долго. Хлопок. Это джут. Такой вот. Все мешки знают, да, вот это из этого материала. Серия ограничена. Как у сумочек, так и у халата в сине-белом исполнении. Так что, если вам понравилось, то не стоит это откладывать. Вот, кстати, вид сверху, чтобы лучше разглядеть, что вообще, что это такое. Следующее, что хочется показать, это, да, шторки для ванны. Как-то уже снимали видео, но не так давно попросили обновить. И, пожалуйста, новинки наверняка же тут есть. Новинки, новинка. Шторы для ванны 500 рублей от Шон. Ну, вот она. Да, вот она, 120 на 200, белый, синий, под номером 4, полиэстер, тонюсенькая она, тонюсенькая, мягкая. Синие полоски на белом фоне. А рядом что-то более интересное, уже цветное. 100% полиэстер, оверрайт, 180 на 200, 600 рублей стоит. Вот они какие, тут рисунки или непонятно что. И просто орнамент. Тут за 500 рублей Дофт Клинт, 180 на 200. Тоже тоненький полиэстер. Тоже весь в мазках, в каких-то красках. И я думаю, что это самый дешевый, просто... Пакет полиэтилен 300 рублей, 180 на 200. Тут вот он, да, под номером 1 идет Эйге Грунд. Шторы для ванны Пева.
А кто не хочет заморачиваться со всем этим, такой вот приобретаешь. Ну что, 300 рублей. Более интересное в плане расцветок и материала 549 рублей. Такой же размер 180 на 200 розин фибла. Тут уже цветочки. Да, 100% полиэстер. А за 700 рублей какая-то водоотталкивающая ткань, материал клоккарен. Мягкая ткань из полиэстера с декоративным орнаментом с двух сторон. Это водоотталкивающий материал, но это радует, конечно, все-таки для ванны смотрим, а не для занавесок на окна. 700 рублей, это новинка. Интересно смотрится, знаете ли. Вот вроде ничего такого, но вот эти вот полоски, это даже квадраты, придают более такой нарядный вид. 700 рублей. Санд брендом. 180 на 200. Штора для ванны из водоотталкивающегося материала, 100% полиэстер. Цветочки, лепесточки. А вообще важно нет выбирать для ванной комнаты вот какие-то замысловатые шторки, или можно он белый прикрепить и радоваться. Главное, функцию свою основную выполняет, и слава богу, как вы думаете? 700 рублей. Сак Сильвен, такой же размер, есть еще атроцит, давно представлен. Темная, где шторка. Под номером 8 можно посмотреть. Написано еще атроцит. Что-то не видно так вот, чтобы быстро. А, ну все, вот оно, видно. Вон темное исполнение, а вот белое исполнение, то есть самое крайнее. Черное побогаче смотрится. Так, роза 549 рублей. А Герсунд также уже давненько представлена. Есть еще синие розы. Очень похоже. Есть и гардины, если не ошибаюсь. Ну, соответственно, другой материал. Тоже такие большие цветы там. Что-то у нас тут геометрическое. 549 фёльярен. Плотная полистерная ткань с водоотталкивающим покрытием. Не просто так. 500 рублей. И что-то такое более детское. Тут рыбки и кораллы. Ой, крючок, и там банан, что ли? Вся эта прелесть называется лошон. Ну, такой же размер, тоже ткань с эффектом. Зеленая, с полосками. Лошон, тоже 500 рублей. Синие. И корабли. Корабли тоже давно. 549 рублей. А Герсунд. А это Скорин. 500 рублей. Не припомню. Давно, недавно. Но кораблики замечательные, конечно, такие. Добрались мы. 300 рублей. Тоже ПЭВА материал. В самом начале белый, так здесь вот такой вот зелено-синий, 300 рублей, 180 на 200, и называется это Эгегрунд. Что у нас тут дальше? Дальше тоже уже давно представлены на продаже, 600 рублей, 100% полиэстер, достаточно плотный полиэстер, Булмон. Разные тут полоски. Коричневая, черная, голубая, там и светлые, и серые. В общем, все-все-все. Толстые, тонкие, а тут просто белые. За 500 рублей опять вот шон, только другой цвет основа. Идет коричневая. И завершается все в темном исполнении, которое мы с вами уже смотрели. Это Сак Сильвен, 700 рублей. Темный цвет. Пока что все со шторками в Икее. Город Екатеринбург. У нас других новиночек нет. Интересно, как у ваших Икее дела обстоят? Шторки обновляются, нет? Или все тоже такая же коллекция, как была, так и остается.
Слушайте, ну, пользуясь случаем, ну как не показать самый мягкий коврик в туалет и ванную комнату? Самый мягкий. Он не сдает свои позиции с центральных полок нашего магазина. Это просто нечто. 800 рублей, 55 на 60, коврик в туалет. Но это не вот это вот, а вот оно скромненько висит тут, но такое же мягкое. Прелесть, и так и хочется тонуть в этом белом облачке. Просто кайфушечки какие-то, слушайте, вообще. Ой, прелесть, прелесть. 55 на 60, повторю еще раз. И произведено это дело все в Китае. Тут у нас не скользит. Причем капитально не скользит. Не как на ковриках сделают пару точек и пишут, что антискользящие поверхности, а реально все прорезиненное. Так что не должен кататься туда-сюда. Цена большого — 1500. Если конкретно берем размеры 65 на 100. Я смотрю, уже и серые такие стали исполнять. Раньше только чисто белые. Но это уже совсем другая история. Так что на этой мягкой ноте попрощаюсь с вами. Жду ваши комментарии. Желаю вам отличного настроения. До новых встреч и пока-пока.